качество пространства. От него зависит, насколько жителю комфортно находиться в своем родном округе. Это дороги, транспорт, благоустройство городской среды и парковых зон. Это тепло, чистая вода в домах. В рамках федеральных, региональных и муниципальных программ мы стараемся благоустраивать Раменский округ, опираясь на мнение жителей, но и соизмеряя, конечно же, с нашими возможностями. Безусловно, задач, которые стоят перед нами, много, и некоторые из них острые, требующие поддержки правительства Московской области, на которые мы всегда можем рассчитывать. Одна из таких острых тем касается сферы экологии. Территория Раменского округа обширна, что позволяет недобросовестным предпринимателям производить и незаконные сбросы мусора, и вести преступную выработку недр, а под видом рекультивации производить незаконное захоронение отходов. Наш отдел экологии взаимодействует с органами государственной власти и правоохранительными органами с целью пресечения незаконной деятельности. В прошлом году отделом была проведена серьезная работа по выявлению незаконных свалок. 132 найдено, ликвидировано. Кроме того, выявлено и демонтировано порядка 1500 незаконных водовыпусков. В работе мы опираемся и на сигналы жителей, и получая от них сообщения о возможных нарушениях, мы проводим проверки, привлекая Министерство экологии и правоохранительные органы. Острый вопрос, решение которого продолжается, — недобросовестная работа индустриального парка «Зеленая Слобода». Благодаря обращениям жителей в отношении этой компании выявлен целый ряд нарушений, в том числе незаконное захоронение отходов и добыча известняка. Межведомственные проверки с участием администрации округа, Росприроднадзора, Министерства экологии, Раменской городской прокуратуры и представителей ФСБ подтвердили нарушения. Пока ситуация до конца еще не решена окончательно, мы ведем видеонаблюдение за подъездными путями к индустриальному парку, продолжаем взаимодействие с Министерством экологии, инициативными группами жителей села Зеленая Слобода. В качестве положительного примера восстановления экологической среды хочу отметить работу по рекультивации полигона Сафонова, который работал на территории округа с 1980 года по 2012 год. В прошлом году стартовали работы по рекультивации, отставаний в графике нет. Согласно контракту, все работы должны быть завершены осенью 2024 года. И все зависит от того, как объект будет вести себя дальше. Ни для кого не секрет, что негативное влияние этого объекта не заканчивается в тот момент, когда оттуда уходит последняя строительная техника, либо уходит последний рабочий. Полигон продолжает жить. У него есть фильтрат, который нужно увозить. А, собственно, за ним нужно следить, его нужно холить, лелеять. Когда это негативное влияние и последняя капля фильтрата оттуда уйдет, мы планируем, да, опять же говорю, планируем развивать эти территории. А у нас были предложения по созданию там горнолыжных склонов, каких-то культур с точки зрения там цветов, да. Наверняка все, кто были в Крыму, видели там лавандовые поля. Работа многогранная, и вот на этом мероприятии я не вижу, что нужно как-то акцентировать там на экологии, да. Безусловно, команда большие молодцы. Я очень рад, что вот в рамках своей деятельности, в рамках своей работы я работаю с этими профессионалами и вижу, что в Раменском городском округе большое будущее, и мы еще много что здесь делаем вместе, безусловно, и с губернатором, и с главой, и с министерством, все вместе. Это наша команда.